Добрый вечер, коллеги. Начинаем пресс-конференцию сборной России. Главный тренер Валерий Гарпин. Да, во-первых, хотел бы сказать, что мы сейчас готовимся к игре и думаем только в этом матче, но свою встречу вообще не читал, не интервью. Любители футбола, болельщика сборной России, там, завтра по максимуму по возможности помочь поболеть за нашу сборную на стадионе, те, кто могут, естественно. Третий брат Березуцкий. Идемте пока здесь, я вам скажу, что будем делать. Всего 15 минут, так и удар. Поэтому сразу, если можно здесь потянуться, вот эти 2-3 минуты тоже будут на пользу. Потянитесь, пробежка. Постараемся коротко, быстро размяться. Чтобы... И помните, да, ударов сразу 6 минут, там удар один за одним. Двое в одних воротах, двое в других. Они что, больше вас, я только приехал, я говорю... Давай сыграем, короче. Они говорят, да не, там... Я отдаю, разворачиваюсь, и меня дарят. Давай сыграем, короче. Просто я падаю, я даже не вижу, кто это. Они играли. Я не участвовал в упражнении вообще. Как это возможно? Он типа дриблинг свой фирменный делал, потерял контроль над телом. Вперед! Не спиной! Не спиной! Потом разворот! Чтобы ноги работали. Сколько? Еще два. А,
Молодец, смотри. А вот такой. Ничего себе. А вот такой. Давай еще один. Будет заброс, да? Живой там будет. Вот здесь. А здесь заброс. Хорошо. Ну я выше становлюсь. То есть я выше становлюсь. Ребята тоже выше становятся. То есть дают мне 2-3 метра, да, чтобы еще в нем выйти. Да, они очень. Они не боятся, да? Не-не-не. Андрюха, есть чай? Ну, конечно. Стаканчик? Да? Да, лево.